Ольховая, 2. Дом в самом начале 6-го микрорайона. Мимо него происходит въезд в район, поэтому полноценная широкая проезжая часть так необходима. Проезд затрудняют припаркованные автомобили жильцов. Здесь даже пришлось пойти на крайнюю меру. На одном из участков дороги установили знак, запрещающий оставлять авто. Машины-нарушители регулярно эвакуируют. Проблема давно назревала, и на днях ее, наконец, принялись решать. В рамках выделенного финансирования администрации по программе формирования комфортной городской среды 2018-2024 были выделены денежные средства для устройства парковочных карманов, которые очень долго ждали жители этого района, поскольку проезд затруднен, дорога односторонняя. По завершению реконструкции жильцы дома приобретут 55 новых парковочных мест, тем самым разгрузив важную дорожную артерию. Сейчас рабочие уже кладут асфальт. Осталось только нанести разметку и установить знаки. На все специалисты дают максимум 3 дня. Это разгрузит дорогу. И движение, мы надеемся, будет не такое затрудненное. Но самое главное, мы думаем, что в зимний период, когда будет заснеженность большая, будет место, где поставить этот автомобиль. Ну а еще для этого ДЭС, управляющая компания номер 6, должна все-таки чаще и лучше убирать эти парковочные места. На данном участке есть особенность. Вдоль газона проходит теплотрасса, но рабочие об этом позаботились. Территорию, где люки, они не затронули. Сама труба находится в кожухе, поэтому новый асфальт ей не навредил. Реконструкция затронула и проезжую часть недалеко от этого двора, на проектируемом проезде, который ведет к рынку. Здесь тоже расширили дорогу, организовав парковочные карманы. Теперь транспорт может беспрепятственно двигаться в обе стороны. Масштабная реконструкция коснулась и других улиц в 6-м микрорайоне. На улице Завидной также было организовано парковочное пространство от дома до дома 19, от дома 9, порядка где-то 58 машинных мест. А на 21 год в связи с большим количеством обращений жителей мы планируем, уже включили в предварительный план комплексного благоустройства две дворовые территории по Ольховой 9-11 и Березовая 3-5 и Ольховая 4, где планируем установку интересных детских игровых площадок. Всего в этом году на территории Ленинского городского округа будет создано порядка 300 новых машиномест. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ургосадовская, Видное ТВ.